Всем привет от старых штиблет. Планета 2, 67-й год для тех, кто в танке. Как выглядят другие модели, смотрите в интернете. В поиске Яндекс картинки. Туда-сюда пишите название мотоцикла, который вас интересует. И смотрите, как выглядит. Раз, два, три, четыре, пять. Пять ребер, а цилиндр. Раз, два, три, четыре ребра совпадает. Вот. То есть, может, крышка от не планеты. От планеты 1. Может быть. Но это планета 2. ИЖ-56, там рама другая, там крылья другие, бензобак другой, там много чего другого. В 56-м пора бы это знать. Так, ну здесь тоже 5 ребер, скорее всего, крышки от планеты 1. Может быть, планета 2. Вот здесь написано. Вот. Движок. Как я проверяю двигатели? Вот так беру и... Слышали звук? Вот там звякает, это значит, там звякает уже, есть люфты. В том, всем, в третьем, десятом. Сейчас посмотрим, какой карбюратор. Сниму сиденье, сниму бензобак. Куда-нибудь их выброшу. И будем снимать крышки карбюратора. Смотреть, какой карбюратор. И тогда я вам расскажу, как пользоваться монеткой. Монеткой обогатителя. Ну вот, что я вам говорил, товарищи. Это планета 2, и здесь карбюратор К-36, а не 28-й. Когда там человек умничал, писал мне в комментариях, что здесь стоит 28-й карбюратор. Я-то через дырочку видел вот этот утопитель поплавка и знал, что это утопитель 36-го карбюратора, а не 28-го. Поэтому здесь обогатитель работает как на обычных всех остальных мотоциклах 2, 3, 4 и 5 семейства ИЖ. Сейчас я покажу, как он работает. Ну и так, это карбюратор под названием К. Сейчас мы почитаем индекс. Буквенный. Вот там написано. И обогатитель здесь работает. Обогащается смесь путем натягивания тросика. То есть монетку нужно тянуть на себя. Тогда будет обогащена. А от себя это будет нормальное состояние рабочего прогретого двигателя. Но здесь какой-то человек вложил две шайбы волнистых. Сейчас мы соберем все правильно, подсоединим трос и будем дальше действовать по обстоятельствам. Кстати, вот такой интересный воздухофильтр планеты 2 на таких защелках. Сейчас мы еще посмотрим номер двигателя. Вот так обогащение выключено. Так пользовать на теплый горячий двигатель. Вот так вот заводить на холодную. Натягиваем тросик. Поднимаем здесь иглу обогащения. Добавляем топливо через жиклер. И двигатель заводим на холодную. После того, как завели, убираем обогащение. Если здесь бы стоял карбюратор К-28, там трос
обогатителя не работает в паре с иглой, а работает с заслонкой, которая открывает воздух. И если мы будем делать вот так, это будет называться, наоборот, обеднять смесь. То есть там при заводке вот так флажок стоит, при заводке трос отпущенный и закрыта заслонка воздушная. То есть воздуха меньше, топливо, естественно, получается отношение воздуха больше, и там будет обогащение. Это я говорю про карбюратор не этот, а про карбюратор К28. Это 36-й. И после того, как на 28-м карбюраторе завели, рабочее состояние монетки вот так вот, натянутый тросик. Это для тех, кто в танке был. Ну и так, я снял воздухочиститель, и очень большая редкость, когда на мотоцикле, которому более 55 лет, точнее ему уже 56 лет с лишним, находится вот такая резинка. Их все теряют, выбрасывают за какой-то ненадобностью. Смотрим чистую зону карбюратора, смотрим чистую зону воздухофильтра, поражаемся чистоте, очень чисто все там внутри. Это говорит о том, что двигатель этого мотоцикла в очень хорошем состоянии. Сейчас я вот здесь вот протру, поищу номера половинок картера и номер крышки коробки передач, посмотрим их соответствие. Очень интересный момент. 80, цифра 80, 80. Здесь, здесь и вот здесь 80. Это круто, это очень круто. 80, вы представляете, не 90, не 70, а именно 80. И попробую запустить. Запускать я, конечно, буду с воздухочистителем. Кто запускает двигатели свои без воздухочистителей, даже для пробы, тот Киркоров однозначно. Запомните это навсегда. Кстати, прав был человек, свеча-изолятор — это ГДР. Написано Made in GDR. ГДР, ГДР. ГДР, да. Немецкая. Чтоб ей так хорошо стало.